Ага, пишу. Гробница – это день, конечно же, когда Бог Перун, Бог грома, справедливости, молний, огненный, сильный мужской Бог наполняет мир своим присутствием, является нам, и мы можем поймать эту часть присутствия великого Бога, позвать в свои гробничные свечи. Свечи, которые заговариваются в день 2 февраля, на целый год несут в себе эту силу, эту мощь, это благопожелание. Гробничная свеча удивительна. Она, в отличие от большинства свечей, имеет всеобщее применение. Любое применение будет хорошо для этой свечи. Свеча может быть использована для очищения, тогда она используется в включении противо салонь и обход того помещения или человека, которого мы чистим, мы делаем, зажигаем ее и делаем обход противо салонь. Свеча может быть использована в защите, тогда мы зачерчиваем окна, двери нашего дома и делаем наш дом крепостью. Свеча может быть использована в качестве благопожелания, выздоровления. Свеча может быть использована в видовских родениях, когда мы не только уходим в кудесы под огонь этой сильной свечи, но по собственному опыту знаю, как хорошо заговаривать обереги и иконки на пламени такой свечи, потому что вот эта сила, она в зажженной гробничной свече вырастает и наполняет все вокруг. Второе свойство, необыкновенное свойство гробничной свечи в том, что ее можно зажигать, использовать в обряде и гасить. Гасить взмахом, такой особенный взмах для гробничной свечи, и ее можно гасить, убирать в свое место хранения и зажигать потом вновь. То есть она используется до самого конца. И в этом чудесное свойство гробничной свечи. Какие свечи бывают гробничные? Вообще, это может быть, конечно, любая белая свеча, которую оживили в день 2 февраля именем богов Перуна или Перуницы, его супруги. Но у нас используется трехствольная, семиствольная и девятиствольная гробничная свеча. Вот девятиствольная. Ох, горит! Вы должны обязательно побеспокоиться о пожарной безопасности, потому что это очень мощное пламя свечи из 9 стволов. Может быть семиствольная, а может быть, конечно, и свеча, которая состоит из 3 косичка. Это символ мирового древа и спираль, вот символ 3 миров. И сочетание трехствольной, семиствольной и девятиствольной свечи мы можем превратить в целый 9-суточный обряд исполнения чаяния. Но в любом случае, даже если вы не будете делать такой многодневный обряд, даже одна свеча вам очень поможет в исполнении того, что вы хотите. Надо сказать, что гробничных свечей мало одной. Гробничных свечей много не бывает. Мы начали готовить свои свечи за неделю до гробницы. Но нам-то, конечно, в северной сказке нужно много, потому что мы готовим их на год. И сейчас у нас уже будут в лавке новые свечи, заговоренные этого 2 февраля. И для вас я советую и своих свечей сделать,
и получить наши свечи, потому что я буду делать над ними большой, серьезный, многотрудный, мои дорогие, обряд, который призовет силу Бога Перуна в эти свечи и позволит хранить эту силу до того момента, когда вы возьмете эти свечи в руки. Я очень хотела бы, чтобы хотя бы одна из наших свечей попали вам в руки, потому что я от всей души буду закладывать сюда пожелания вашего благополучия, здоровья, успеха и счастья в том времени, в котором нам предстоит жить с вами. Пусть Кологод вращается, пусть вместе с вращением Кологода к нам прибывает здоровье, счастье и успех. На благо, мои дорогие.